этаже. Смотрите, куда она его запаковала. В мешок. Всем доброе утро. Мы... Она уже подарила свой букетик. И теперь мы поедем дальше по делам. У тебя, как он называется, нуклеар медицин. Это по поводу жидкости заливать между суставов, да? Так это, по-моему. Гель вкачивают. Ну, гель вкачивают. В общем, посмотрим, что я сегодня вкачаю. Мы сейчас приезжали, наши карточки давали зачитать. Блин, прикольно. Вот тебе нравятся такие старые здания? Нравится. Прикольно. Мы быстрее пешком дойдем. А куда мы теперь едем? Что здесь не так? Интересно, да? Куда эта дверь ведет? В Нарнию какую-нибудь. Смотрите, привет из Нарнии, с той двери, короче. Штраф 30 евро за 5 минут. Жаль. Мы сейчас, кстати, приехали к крестной позавтракать. Мамы укололи там какую-то штуку типа контраста. Контраст Миттеля, вот как на МРТ делают жидкость. И после обеда нужно будет еще раз туда пойти. И они потом скажут, можно ей делать эти уколы или нет. А сейчас пока пойдем завтракать. Либо теперь туда, под эту вот спинку, нужно вот на эту бордюру подкладывать. Стеклохолосый. Типа, как, знаешь, только хочется тебя мацать. Ты такой пузырьстик. Дай. Ребят, представляете, я даже успела поспать. Позавтракать и поспать. Я уже второй день вообще не высыпаюсь. Мы сейчас приехали к маме домой. Время уже 4 часа. Сейчас попьем чай. Я перекушу бутербродиком. И мне уже нужно будет забирать Даню. Поэтому я домой не поехала. Да, я хочу с молоком чай. Вот. И да, заберу потом Даню и пойдем домой. Как-то день сегодня пролетел, и ничего не сделано. И вроде и день прошел. Короче, как-то что-то непонятно. Смотрите, прикол. Маме закинули на балкон посылку. И ладно, если бы это ее была посылка, это посылка с соседнего подъезда. Вообще, ну, как бы левых людей. Вот как так? Пошли! Ильяс у нас тут стряпает бутерброды. Жарить будет на грильнице, которую я только что вымыл. Я этого замыл. Ай, да. Все, я тут помыла посуду. Включила теперь эту машинку, чтобы я без этих машинок делала. И разложила себе таблеточки, которые я пью по утрам. Это пантопрозол и витамины от Тойатрик. Вот. И сейчас сюда налью водички, закрою
И все, у меня, так скажем, готово. Я с этой бутылкой хотя бы перестала забывать пить. Кстати, вот этот цветок я не пойму, что не так. Смотрите, опять листочки пропадают. Здесь вот опять пропадают. В общем, он здесь уже лысый весь. Короче, что-то у меня не идет с этим цветком вообще никак. Сейчас надо разложить белье. У меня там постиралось, как всегда, вечером. Потому что другого времени особо нету. Так что... Хочешь, не хочешь? Что такое? А кто прятаться будет? Давай я с тобой посчитаю. Иди давай, сюда. Давай. Давай считай. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Нету. Я не знаю, где Даня. Даня, скажи пип. Мама, тут в зале? Нет, тут. Даня, ты здесь? Нет. Даня, ты у меня в комнате? Нет. Ты на кухне? Нет. Ты в зале? Нет. А где ты? Даня, а где ты? Даня, а где ты? Скажи. На диване. На диване? Да. Да. Мама меня сюда шпацала. Да. Ой, какой. Теперь ты считаешь? Да, окей. Как надо считать? Ой, ребят, я никак не могу определиться, что мне делать с компьютерами. И один тут лежит, и другой тут лежит. И я, если честно, не совсем понимаю, что мне делать, какой отправлять. То ли новый отправлять, то ли отправить старый. Я, если старый им верну, ну, как бы отдам, то они мне за него дадут денежку. Ну, как бы выкупят его у меня. И, да... Я вот теперь не знаю, если честно, что мне делать, потому что я не понимаю. Вроде бы он неплохой, я на нем смонтировала видео, все хорошо, все супер, но мне ужасно не хватает вот этой вот, как я вам уже показывала, вот этой дорожки сверху, тачскрин.
Короче, у меня еще есть дня, ну, вот эти вот выходные, сегодня у нас пятница 13-е, и у меня еще есть вот суббота, воскресенье, я подумаю, и в понедельник уже тогда решу либо тот, либо этот. Пока они там играют в прятки, я тут кое-что сделала. Сейчас будем выкладывать, пробовать, по крайней мере, надеюсь, все получится. Я зашла сейчас в магазин, взяла хлеб, йогурт, сахар, картошка, желтая слива, вот такие вот, не знаю, из теста, как типа макарошки, молоко, колбаска, курица, тоже, короче, мясо. Круто я рассказываю. Клубничное варенье, кефир, одна штучка. Вот такой фисташковый йогурт, такой йогурт для Дани, фрукцляга, хлебушек темный для меня, макароны, салфетки, еще йогурт, помидоры, зубная паста, зубные щетки, яблочки, паприка, огурец. Вот, в принципе, и все, что я взяла. Что ты мне тут чавкаешь? Навела себе здесь огромную кружку чая. Что мне нравится, что это как термос, и в нем действительно чай может стоять часа 3-4, даже, наверное, 5, и он не остывает, просто обалденно. И монтирую здесь для вас видео, и все на этом, буду потом уже тоже укладываться. Да. Так что все, ребят, я буду с вами прощаться, всем спасибо, что были со мной, и до следующего раза, пока-пока!